Да. Типа, да, давай дальше. В этой части инсталляции она появилась уже в процессе просто монтажа выставки. Ее раньше не было. Значит, друг принес, да, бутылки, коллекцию, золотая молодежь. Вот здесь у меня за этим всем происходит нечто вроде дискотеки. Нам да. галерея предоставила неработающий осциллограф, предложила, может он пригодится. И мы сделали из него диджея. А вокруг вот это пустые бутылки пива, пустые бутылки пива, хочу подчеркнуть эту деталь, это золотая молодежь. Видишь, у них золотые такие воротнички, ну они там тусят. Там какой-то микрофон, мордовороты, охранники, кулек с глазами кота. Расширенные зрачки у этих котиков. Котика козырёв. Обкормили чем-то, да. Да, вот. Два охранника, такие бутылки вот эти из-под ворот. В общем, здесь, а здесь сзади вот такой элемент, важная деталь, это пылесос. Смотри. А мы записываем сейчас? Да-да. Вот это важный момент, это пылесос. Он как будто бы ждет приказа, когда надо будет все это подмести. Когда вся эта кровавая вендетта закончится, угу. он пойдет это все убирать. Вот. Следующая часть экспозиции. А, вот это вот здесь. Перед открытием выставки я нашел на улице вот такой цветок и подарил его Рите на открытие. Вот. Это какой-то высоковольтный кабель. У меня даже такое подозрение, что я его украл, потому что здесь какая-то бирка. Это, он валялся возле замка Ричи. И теперь он тоже как какое-то дерево. У него тоже есть свой характер, или как какие-то руки, щупальцы, или змеи, какая-то медуза. Вот я его сюда поставил. Ну, это же кости. Ну, там что-то, да. Здесь вот эта вот центральная инсталляция, это была самая первая, она символизирует как бы явление Христа народу или какую-то Нагорную проповедь. И там вот эта вот баночка с маслом льняным, она как Иисус Христос, а рядом с ним справа Дева Мария, и слева еще какой-то персонаж. И вокруг, вот, значит, такое столпотворение жаждущих. Жаждущих, да, как бы. Вот лампа. Осторожно, не свали там эту ложечку. Вот, лампу привели к нему, и она как бы ждет исцеления, а на ней тюбики ее оплакивают. И здесь вот этот вот, видишь, там есть такой элемент в чашечке пшикалки. Ну, вот эта вот пшикалка с рычажком, она как будто плачет. Всмотрись в нее, видишь, она такой граблей плачет. И здесь много разных других персонажей, у них тоже у каждого свой характер. Вот. Мамочка с детьми, вот это вот. Мама с детьми пришла какая-то, да. А на заднем плане на мориторе, кстати, наша картина. Мама с детьми. Да. Смотри, а на заднем плане за Христом наша картина с пейзажем, которая как будто бы, ну, руины каких-то. Фабрика Киянка. Фабрика Киянка, да. Но она похожа, там небо, как будто он на горе стоит. И там. А вот еще слева это Божья рука, видишь?